Несмотря на то, что актеры нашего театра часто играют со мной в фотоигры и служат для меня моделями, я очень редко снимаю что-нибудь театральное. Для меня это совершенно другие миры. Редкое исключение – фотография из цикла «Путь дурака», который снимался в Венеции, где мы выступали. Ну, мы театр маски, естественно, что мы несколько раз были приглашены в Венецию. Персонаж из нашего спектакля «Миньона» театра странствующей куклы господина Пежо. И да, в 6 утра мы вышли на фотосессию, и наш Пульчинелло северный, сильно отличающийся от своего итальянского, жизнерадостного и, заметим на минуточку, черного собрата, прошелся по Венеции, а я просто задокументировала этот путь. ¶¶